Привет, друзья! Приветствую дорогого зрителя на своем канале. С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. 24 ноября мы посадили крокусы и гиацинты. Итак, крокусы находились 2 месяца на охлаждении. 19 января я их выставил на подоконник и начали производить полив. А гиацинты с того самого числа находились 3 месяца на охлаждении в подвале при нулевой температуре. Ну, в общем, температура была одинаковая, что у тех цветов. Крокусы выгоняли впервые, и теперь уже будем в следующем году. Я буду снимать видео про них тоже полностью, как и про гиацинты. Смотрим, вот первый крокус уже распустился. То есть от этого числа можно уже гадать, чтобы было к 8 марта. Сегодня 20 февраля. 24-11 сажаем и получаем, думаю, к 8 марта они уже все распустятся. А гиацинты раньше распускаются у нас потому, что мы их ставили раньше для видеосъемки, чтобы вы за нами успевали и тоже выгоняли цветы к 8 марта. Поэтому наши раньше обычного на полмесяца зацвели. Все видео есть в плейлисте выгонки луковичных. Крокусы будут у нас вот такими. Спасибо всем огромное за внимание. Есть вопросы, пишите. И посмотрите плейлист, если интересно, выгонки луковичных. Я его всегда даю в конечной заставке. На этом заканчиваю. Благодарю всех за внимание. С вами был Александр. Всем пока.